75 тысяч вортовчан уже привились от гриппа. Эта цифра равняется годовому показателю, а значит, прививаться стали в разы чаще. На днях в поликлинике Нижневартовска поступило более 14 тысяч доз вакцины. Это уже третья партия. Ультрикс Квадри – гриппозная четырехвалентная вакцина. Формирует высокий иммунитет против гриппа типа А и Б. Антитела появляются спустя 8-12 дней после введения. Иммунитет сохраняется около года. Врачи советуют прививаться тем, кто часто простужается, и людям с хроническими заболеваниями, а также специалистам, которые в силу профессиональной деятельности попадают в зону риска. Это врачи, учителя и соцработники. Медики напоминают, своевременная вакцинация снижает риск возникновения микс-инфекции. Сочетание гриппа и коронавируса может быть опасным для жизни, поэтому заболевание гриппом лучше исключить заранее при помощи вакцинации. Конечно, желательно, чтобы человек к этому времени, вот с моменту своего заболевания, если вдруг он заболеет, чтобы он, в общем-то, был привит против гриппа, чтобы все-таки организм боролся с какой-то одной инфекцией. Но один нюанс – эта вакцина, которая к нам поступила, она до 60-летнего возраста. Поэтому пока мы не приглашаем жителей старше 60-летнего возраста, но успокаиваем их. Значит, в ближайшую эту неделю или в следующую неделю мы получим еще одну партию уже сови гриппа. И тогда, пожалуйста, мы тоже объявим, чтобы жители старше 60 лет приходили на эту прививку.